Многие сейчас жалуются на дефицит энергии, не хватает сил ни на что. И хочу обратить внимание на такие энергетические компоненты, как L-карнитин, коэнзим Q10. L-карнитин обеспечивает, ну, он как челнок для транспорта жирных кислот митохондрии, это энергетические станции внутри клеток, которые осуществляют процессы выработки АТФ для питания всего организма. Это так, чтобы в двух словах сказать. А основными потребителями энергии являются мозг и мышцы. Коэнзим Q10 для чего нужен? Для того, чтобы нормально горела топка. Если, к примеру, в потухшую печку закидывать уголь, то, согласитесь, результата не будет никакого. И вообще коэнзим Q10, его роль для организма велика, и он снижается с возрастом. L-карнитин как бы подтаскивает субстрат, а коэнзим Q10 работает как электродвигатель внутри митохондрии. Очень важно добавлять в свой рацион питания эти компоненты для того, чтобы не было хронической усталости, чтобы хватало сил на все повседневные дела. И, кстати, коэнзим Q10 – это еще защита от кардиологических болезней. Очень люблю эти два продукта, они дают такую жизненную энергию и достаточно сил на целый день.